Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз пришел твердотельный накопитель формата NVMe, который буду использовать для скидывания файлов с различных устройств, это как смартфона и ноутбука, компьютера. Для этого здесь справа и слева представлены дополнительные части. Заодно посмотрим, скорость передачи данных осуществляется при помощи вспомогательного устройства, а именно бокса Purity, который вот представлен слева. И мы его рассмотрим чуть позже, распаковку и установку. Что из себя представляет фирма, вы уже наблюдаете. Это Kioxia, бывшая Toshiba, переименованная в новый формат. Это у них не самый скоростной твердотельный накопитель на 1 терабайт. Сейчас я тут запущу технические характеристики данного накопителя, и вы внимательно все увидите, посмотрите. Итак, давайте сейчас будем вскрывать, смотреть данный твердотельный накопитель и заодно установим в этот бокс. И будем использовать, вон там написано скорость. Заодно проверим. Тем более ноутбук, который справа, позволяет подключить как по USB 3.0, так и по USB Type-C. Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Итак, давайте вскрывать, смотреть, что находится внутри, что из себя представляет коробка, вы уже видите. Такого плана коробка, брало все в Китае, как видно, упаковка именно оттуда идет. Стандартная упаковочка для данной фирмы представлена. Есть X-серия Plus, там скорости в 2 раза больше. В данном случае это особой роли не влияет. Главное, чтобы были компактные размеры, легкость. И чтобы можно было носить с собой, для этого и брался соответствующий бокс, для того, чтобы поместить туда этот накопитель. Давайте вскроем. Внутри находится документация, даже как доставать данный твердотельный накопитель. Оттуда имеется в виду из этого блистера. Но, увы, все на китайском языке, потому что предназначено для продажи в Китае. Бралось это все на AliExpress по понятным причинам, потому что там дешевле. На данный момент, когда у нас появились майнеры, соответственно, жестких и твердотельных накопителей большого размера и, соответственно, большой скорости. Вот, вот такой твердотельный накопитель. Делается все на одном заводе в Китае, единственное, раскладывается в упаковке, предназначенной для соответствующих регионов. Стран, континентов. Давайте посмотрим, как он будет взаимодействовать непосредственно внутри бокса. Для этого сейчас проведем некоторые операции, для того, чтобы это сделать. И давайте устанавливать бокс.
Давайте замерим скорость при помощи стандартных программ по тестированию жестких дисков и твердотельных накопителей. В данный момент подключено по USB 3.0. Второй вариант подключения для того, чтобы проверить скорость твердотельного накопителя Kioxia, находящегося в боксе Orica, сейчас подключен по интерфейсу USB Type-C. Я вам продемонстрировал возможности твердотельного накопителя Kioxia формата NVMe для того, чтобы использовать внутри бокса для переноски и скидывания файлов. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию, как обычно, предоставил вашему вниманию. Делайте из этого выводы. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания.